Не установленная официально, но с каждым годом все более известная дата. 1 июля – день ветеранов боевых действий. В преддверии этого дня в Химках почтили память всех, кто когда-либо воевал за Россию и участвовал в вооруженных конфликтах. Депутаты муниципального совета Валентин Герасимов и Александр Васильев возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава». Это уже стала традиционная акция в городском округе Химки. Каждый год мы собираемся, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за наше Отечество. В акции памяти приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», а также волонтеры Подмосковья.